Идем мы, друзья, смотреть цены в метро на мясо и на рыбу. Вы много просите, с рыбой полный трындец, блин, был в Тахтакале. Сейчас хотел купить скумбрию, как всегда, знаю, что кило 42 лиры, 45 лир. Скумбрии нет. Леврек Дорадо, то бишь, что Сибас, леврек это Сибас, по 135 лир, вообще в шоке. Сейчас посмотрим, что в метро. Напоминаю, что два канала есть. Если это видео на первом, подпишитесь на второй. Если это видео на втором, подпишитесь на первый. Видео выходят ежедневно и там, и там. Так, итак, друзья, смотрим. Вон томбик, какое-то интересное название. Красивая рыбка, 57,90. Кальмар 100, креветка вот такая, 416, жамба. И вот этот чудовище, это осьминог, наверное, 115. Это все за кило. Сардалия 52,90. Купец 51,90. Чупра морская 207, люди, 207 лир. Обычная чупра морская. Боже, какая-то длинная большая рыба, я не знаю ее название. Смотрите, какая она здоровая. Да. Я им как-то называется, 90 лир кило. Спереди с лица на сома похожая такая, с усиками длинными. В общем, люди, жесть. Сибас Дорадо. Дорадо самая дешевая, 77 и 79. Дешевле ее нет. Лосось 246. Я просто, блин, чуть не ругнулся. 104 Сибас самая дешевая. 86 от Чупра. Короче, я в шоке. Мясо, смотрите, разные нарезочки. 140. 140, 150, 140, много всего вот мяса. 143, это все говядина. Ну, есть это баранина, но в основном говядина. 218, антрикоты и 344 есть за кило. 143, 132 поджарочка. 107, 125. Курица. Курица 21 лира кило. Курица это чуть дешевле, чем в магазинах. В Биме везде там вообще по 29, 21, 42. Курица вот есть. 167 за кило. Вот такая вот мелкая нарезочка мяса. Я не знаю, как его правильно назвать. 151, 167 это за кило. Все, 151. Крыш большой. Это 134. Здесь вот по 33 курица. Я не пойму, чем они отличаются. Там 21. Но это больше похоже на домашнюю. Она такая страшненького вида, значит, мало химии в ней. А та 21, она раздутая, здоровая. Эти по 34, 36, 36. Ни хрена себе цены, блин. Филе 56 за кило. Индейку вообще космос цены по 83. Даже печень, индюшина. Печень обычная, хинди. 87 лир за кило. Я просто не поверил своим глазам. Обычная печень по 21. С сердечками, пупочками. Вот оно все. Вот эти вот сердечки, это не сердечки, да, сердечки именно по 35 за кило. Куриные. Большая вот это 28, коробка с окорочками, 28 за кило. Килограмма 4 там, наверное. Короче, люди, я сын просто в шоке вообще. Думаю, теперь вместо рыбы, наверное, взять лучше курицу. По 21,42 за кило, потому что это будет самый дешевый вариант, тем более курицу 2 месяца уже не покупал. Как-то так вот получилось. Яйца в метро, лоток 47,50, 30 штук.